Давай, рассказывай. Что думаешь про сегодняшнее мероприятие? Ну, честно, ты, как всегда, показали свое лицо. Что я могу сказать? Дождутся своего, сейчас они... Ну, это, в общем-то, показатели, где оппозиция, да? Вон, Навальному разрешают что угодно делать, устраивать незаконную агитацию. Навальный выгоден власти, если он придет. Он такой же язык числа, язык круга, человек. А нам что делать? А нам что? Нам копить злость и ждать удобного момента, когда мы сможем нанести свои, короче, удары. Что делать? Развиваться и все. Какое настроение, Эдуард? Все тоже. Праздничное. Надо идти, надо защищать что-то, о чем бы сказать. Настроение не должно быть. Ну да. Сами пришли, я их за руки не приводил, они ведомые чувством справедливости пришли. В таком случае призовите их о том, чтобы они разошлись. Нет, это вы, я фраером никогда не был. Имею право собираться. Нет, это не я. Не вы. Да, закон конституции прописан. Понятно. 31 статья, знаете, я столько раз был это самое задержан там. Да, да, только аккуратно. Аккуратно. Продолжение следует...
для обуви. Я ничего не знаю. Показываешь суть полицейских и полицейского государства. Смейся, смейся, да смеешься. Судить будут вас. С баннером вот. Это не страна, это корпорация. И милиция, это не милиция и не полиция, это ЧОП, которые просто охраняют богатство своих хозяев. Пока мы, обычные работники, работаем и производим чего-то. Пошли! Что значит? Что сказал, ты машину? Я дом оставил. Узнаем, что здесь находится, а другой. Это очень плохо. Узнаем. Одно, что ли? Да пахнет, вы чего? Газ не пустит. О, электронная книга. Мочевка! Показать? Давай сам тебе ничего. Мин нет. Кошелек паспорт. Да. Уважаемые граждане, убедительная просьба. Расходитесь. Не нарушайте общественный порядок. Убедительная просьба. Не поддаваться на призывы и не участвовать в провокациях. Помните о последствиях и не допускайте нарушения общественного порядка. Выполняйте законные требования сотрудников полиции. Суд 3-го числа. Здравствуйте. 3-го, да? 3-го числа? Сейчас, что, сейчас подожди, Удальцов придет. Мы с ним там поговорили. Хорошо поговорили. 222.2. КамАЗ больше общаться не будет, он пообещал. КамАЗ не будет больше общаться. Провели беседу с ним, да? Я с ним вежливо. Что пишут, что вы сделали? Выкрикивал лозунги. 31 статья Конституции. Долой полицейское государство. В количестве, находясь в составе группы граждан, в количестве примерно 45 человек, 6 без подачи уведомления в лице префектуры ЦОМ. Россия будет свободна. Старые шаблоны еще. Ну, пойдемте. Как вы успели все, да, все выкрикнуть. Еще я требования части продолжаю, чем нарушил, ну и так далее. Дохуя чего. Скажите пару слов русскому народу. Надо сопротивляться, безусловно, и оказывать. Вот сегодня мы оказали определенное сопротивление. Это какие-то плоды дает, я думаю, в конце концов. Надо сопротивляться вообще всеми ногами, руками и прочее, прочее. Давай, давай. Обязательно. Да. Тогда и победим.